Итак, Дон Пабло продолжает свои репортажи. Мы выходим в океан. Пожалуйста, Давид, Давид, что ты скажешь нам? Пожелай нам хотя бы чего-нибудь. 21 мая, да? 21 мая мы с Давидом первый раз выехали в открытый океан. В открытый океан. И какая у нас будет песня сейчас стоять? Прощай, любимый город, Кона, да? Уходим. Не, мы не будем прощаться, мы наоборот идем на время. Наловить рыбы и назад. Правильно. Испытать технику. Дизельную технику. А куда позвать телефон? Капитан, конечно, еще документы не получил, но скоро будет завтра. Я думаю, что это капитан у нас. Песня «Прощай, любимый город», ты чё? Надо кавайство. Не надо. Это наш капитан, смотрите, какой у него руль. А смотрите, открытый, кажется, люк, и капитан дышит чистым воздухом. Сказал, что высоту не люк. Ну вот. Прощай, любимый Кона. А завтра мы должны выйти в серьезный океан, а сегодня пробная. Смотрите, газу добавил капитан. Добавил скоростей и оборотов. Да и смотри, какая классика, да? Нам повезло с тобой. Мы... Как там по-украински? Подчастило или как? Топливо на запас. Есть? Можем ехать до среди океана. Да ты что? Да, 200 литров. Это классно. Это как на смотрите, как пошло. Ай, красота. Смотрите, как нас кидает, а? А ну-ка, сейчас я Юрка сниму там. Ну-ка, ты... Все, да, все отлично. Капитан, ну хочется это... Давай, слышишь, давай. Подожди, какой русский не любит быстрой езды? Хотя 2 часа, чтобы она поработала. Олег, 2 часа терпи вот это, так? Смотрите, Юрок куда поднялся. О, у нас вдали там океан, смотрите. Смотрите! За рулем никого нет, видите? Лодка сама. Лодка сама идет. Капитан ее оставил вот это вот. И она на автомате у него прет. Автопилот, на автомате. Автопилот, действительно. Итак, репортаж о смелом, отважном русском капитане. Вот тогда эту песню, слышишь, только смелым покоряются моря, да? Сейчас ребята скупаются. Смотрите, мы в океане, ушли уже от берега. Уже сдувает с Дона Пабло. Ветер. Только там Юрок сидит высоко. А это вокруг океан, смотрите. Капитан. Я возьму этот прибор и посмотрю, куда идет.
Вот этой песни не хватает. Капитан, капитан, улыбнитесь. И вот смотрите, вот эта Кона осталась позади. Мой любимый город Кона. Смотрю на город Кона, глазами я влюбленно. Здесь трудятся, живут друзья мои. А я в океане, на Гавайях. Лодку, конечно, кидает, но Дон Пабло не унывает. Смотрите, как ее качает, а? Капитан покачивается, Юрок аж наверху. Давид здесь пытается сфотографировать себя вот это. Видите, Давид пытается. Если по палубу кладывает. Да, подойди. Давид, давай, вот смотри на меня просто. Что, голова горит, что, плечи сгорели. Это как-то двигатель. Двигатель сделали. Сейчас надо. Откатка будет идти сколько, господин капитан? Два часа, да? Ну, пару часов. Ну, сейчас, чтобы твои велосипеды не своровали, блин. Это не надо, слышишь? Долго не будет. Слышь, вот это не надо, вот это. Ну отлично, да. Обкатаем двигатель. Класс. Видишь, они будут загонять туда большого, я не знаю, как сделать. 3:30. 21 мая 2015 года. Мы главный механик, смотрите, вот он. Города Портланда. А капитан какой у нас смелый. Это океан фиолетовый. О! А здесь действительно другой стиль. Вода фиолетовая, смотрите. Ой-ой-ой. Вы чуяли, что-то сказал капитан нам? 500 метров. А это немало, да, Давид? Но главное, красота. И чтоб вы не думали вот это, что Дона Пабло на корабле нет, вы ошибаетесь. С вами, как всегда, ваш журналист Дон Пабло, который ведет для вас эти передачи со штата Гавайи. Давид, сервите, ребята, научитесь балансировать, чтобы у вас четко было все. На горизонт смотрю. 500 метров, да? Надо где-то присесть. Ваша присед, наш корреспондент. Вот это, да, я аж личный корреспондент. Между прочим, человек знает, идусь, а иду в Каменке. Да, 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 это точно. Вот это. Смотрите, какая высота там у нас. А это Кона. Только смелым покоряются моря. Ну что, дорогие мои, я очень счастлив, что я попал на этот корабль. Смотрите, опять же, смотрите, автопилот. Чтобы вы не думали, смотрите, сиденье свободное, никого нет, видите? Где капитан? Сиденье свободное. А капитан ходит по кораблю вот это. Куда я побежал, куда я его убил. И мы вот это катаемся. Красотища. Смотри, я даже попадаю в кадр, а? Надо, а 2015 год, и мы вот это с тобой вот это дает здесь, так? Смотрите, как вода бурлит. Здесь она фиолетовая. Не такая, как там. Голубая, красивая. Здесь она действительно фиолетовая вода. Так что обратите внимание, дорогие друзья. Ну сегодня мы с Давидом, конечно, купаться здесь не будем. Не надо вот это, знаешь, акулам вот это так отдавать свое тело на растерзание, так? Покачивает, а мы плывем, классно нам.
вот это, надо уже как-то присесть, потому что это же невозможно так. Обороты добавлены. Смотрите, какой хвост получается сзади. Как на лодочке. Ну, очень красиво, смотрите, мы в открытом океане. Лодочка плывет. Смотрите, как классно. Вода фиолетовая. Глубина, говорит, 500 метров. Я не знаю, что это за цифра такая страшная. Давид мне напоминает какого-то смелого моряка. Не знаю, вот это. Гавайца. Да-да-да. Кораблик такой. Чтоб был не... А на самом деле, да, вода фиолетовая. Ну, в общем, вот так вот. Ох, как раскачало. Смотрите, какая водичка здесь. Обратите внимание. Лодку качает. А мы все плывем. Водичка фиолетовая, красивая. Так, Юра занял кресло, говорится, это самое, капитана. А руль все равно никто не держит. А руль так и не держит. Садись. Красотища просто. Так, Юрок полез выше. Любимая икона. Уходим в океан мы. Как всегда, был 21 мая 2015 года и вел репортаж специально для вас. Ваш журналист из города Кона, Гавайи, Дон Пабло, и вы меня узнали. Я с вами, дорогие мои.